Привет, ребята! И у нас сегодня очередная реакция на группу, которая называется Wild Ways. Я на самом деле считаю своей большой ошибкой, что я практически не упоминала их на своем канале. Нужно это обязательно исправлять, потому что ребята наши, ребята делают классную музыку. Стоит их поддерживать, следить за их творчеством. Поэтому сегодня я решила исправляться и вместе с вами окунаться в мир их музыки, так сказать. Я, конечно, много треков у них слышала. Я еще знаю Толю со времен кавера на Machine Gun Kelly. Знакомство мое с ними было достаточно давно, но как-то я к ним не возвращалась, как-то я не знаю, что-то не складывалось, поэтому считаю, это нужно исправлять. Сегодня мы будем вместе смотреть работу, которая называется «Прятки». Мне безумно интересно, что же они там сделали. Но прежде чем мы приступим с вами к просмотру, хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал. Если вы хотите быть со мной на связи, я всегда там. У нас есть чате, где мы обсуждаем всякие новинки, я там тоже отвечаю, присутствую. Также я делаю мини-обзоры на разные альбомы, которые я упустила. Говорю, когда у нас стримы. Так что да, обязательно подпишитесь, если хотите быть частью нашего дружного сообщества. Так, самореклама закончилась, поэтому погнали. Прикольно, что Wild Ways написано кириллицей. Чё за пила на фоне? И собачий вой. Всегда, дорогая. Ой, у меня сразу ассоциации «Спокойной ночи, малыши». Вот это Степаша, там Каркуша, блин. Могу сказать пока что одно, очень стильно. Прям каждый кадр выстроен здорово. И такой фильтр еще сверху прикольный. Клево. Я люблю голос Толи. Кстати, классный припев. Ну, инструментал такой классический металкорчик, я бы сказала, наверное. Да, припев определенно клевый. Ну вы знаете, чего я жду, вы знаете. Я надеюсь, это здесь присутствует. Тоже классный кадр, красиво. О! Да, классный брейкдаун, нравится. Вау! Спасибо этим ребятам за классный клип. Так, ну теперь давайте обсудим. Если мы говорим о песне, неплохая. Знаете, такая металкорная, хорошая, брейкдаунчик вообще крутой. Я бы, наверное, занесла ее в плейлист и стала переслушивать, потому что припев тоже заедающий достаточно. Толя знает свое дело, он молодец. Вообще никогда к нему насчет вокала не было вопросов. Это круто звучит. И
Давайте перейдем к тексту. Текст, как будто бы, на первый взгляд, достаточно простой, но мне кажется, это просто такая тематика и стилистика. Они взяли какую-то считалочку, что-то такое, типа детских стихов, и показали гром. Не знаю, слушаете вы или нет. И, наверное, хотели показать, что с самого детства идет вот это большое социальное давление всех, да, и в том числе политическое. Очень много здесь политических таких отсылочек, а вот эти волки и все остальное, думаю, вы понимаете, что это значит. Это здорово, что ребята заговаривают на такие темы, несмотря на то, что достаточно завуалировано. И мне нравится этот призывающий припев, который хочется повторять и петь. Я бы с удовольствием на концертах спела, кстати говоря, они же будут выступать на Metal Over Russia. Возможно, я услышу их вживую. И да, мне очень понравилась работа в целом, если мы говорим. Я наверняка еще раз пересмотрю клип, послушаю песню, обязательно добавлю ее в плейлист. И да, может быть, это начало какой-то новой любви с Wild Ways. Потому что раньше мы как-то не сходились характерами, а сейчас, возможно, что-нибудь у нас да получится. Вроде как у них еще один недавно выходил сингл, поэтому его тоже стоит послушать. И мне нужна ваша помощь, фанаты Wild Ways. Ну-ка напишите внизу в комментариях, какие песни у вас любимые, чтобы я погрузилась больше и лучше в их творчество. Возможно, открыла для себя что-то. И да, если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, обязательно подпишитесь на мой канал, это для меня сейчас очень важно, это большая поддержка. Лайк, комментарий, подписка, серьезно, это очень сильно мотивирует, потому что сейчас мотивации, ну, практически нет что-либо снимать. Также, если вы хотите материально меня поддержать, подписывайтесь на Boosty, там есть еще и дополнительный контент. Также обязательно подписывайтесь на Twitch, у нас там постоянно происходят какие-нибудь движухи, стримы, и на запрещенные и незапрещенные социальные сети тоже, если вы хотите. Спасибо за просмотр, пока!